Всем привет, дорогие подписчики, зрители моего канала и те, кто просто кликнул на это видео в поиске смешных моментов из игр. Я Комар, и я официально заявляю, что я вернулся из моего летнего отпуска. Теперь канал будет работать в стандартном режиме. Ну, может быть, первое время не в очень стандартном, первое время, может быть, будет мало видео, потому что у меня еще тут есть некоторые дела в городе, которые нужно сделать, и они разнятся своим планом по графику видео. Но одно могу сказать точно. Я с дачи моей вернулся, канал продолжает свою работу. Как вы сами видите, на задний фон я поставил кадры, как мы с друзьями играем в Left 4 Dead 2. Это было пару дней назад, когда я как раз таки вернулся, чтобы вам не было скучно. Также в конце видеоролика, кто его досмотрит, будет ожидать несколько смешных моментов. По сути, ну такая нарезочка самых смешных моментов из этой игры, которую мы как раз таки с друзьями проводили. Сразу же отвечу на несколько вопросов. Мне все чаще и чаще приходят вопросы по поводу Supreme Commander. К примеру, как играть без лицензии, то есть без Стима, скачать с интернета и как-то ее там сделать, чтобы она можно было играть онлайн. Ребят, честно отвечаю всем, я не знаю. Серьезно. Я установил себе Steam и купил лицензионный Supreme Commander. У меня была скидка, там 50%, мне друг подарил. Я ее использовал. Я купил его по дешевке. Я не знаю, как играть без лицензии. Что-то там взламывать, устанавливать, переустанавливать, это не по мне. Также продолжу говорить, что так как на мое видео по Supreme Commander на все растет очень много оценок, просмотров и положительных комментариев, то, скорее всего, в ближайшее время я буду снимать побольше видео Supreme Commander. Я даже у меня в планах, ну это пока еще в планах, перевести канал на другой режим. То есть, что это значит? Я буду, ну примерно, ну хотя бы для начала 10% своих видео отделять Supreme Commander. Что это значит? То есть из 10 видео, которые я выложу на канал, одно обязательно будет про Supreme Commander. Это пока в теории. Я вообще сначала думал на 20%, то есть одно из 5 видео будет по Supreme Commander. И скорее всего это будет для меня более выгодно, так как вы Supreme Commander смотрите, вам это нравится, русских обзорщиков на эту игру действительно мало. И в ближайшее время, буквально несколько дней, я планирую провести показательный бой с моими друзьями в онлайн-трансляции. Вот. То есть, как вы и хотели, не запись боя уже из архивов, а прямая трансляция прямо с поля боя, как это делают часто обзорщики на эту игру, те, кто есть. Вот, так что ожидайте этого в ближайшее время. Скорее всего, в ближайшее время еще выйдет Сталкер, Тайные Тропы, потому что летом я записал там, по-моему, только его и еще несколько видео. На самом деле, на даче получилась у меня очень интересная ситуация, то есть там у меня было мало свободного времени, как оказалось. Я на это не рассчитывал, я думал вообще, что все будет по-другому. Но так получилось, что малого времени у меня было на видео отделено. То есть я уже вам говорил, то, что мне монтировать сложно из-за отстающего фрапса. И поэтому там нужно потратить несколько часов на съемку. Ну там примерно час на съемку, час на монтирование, на все это кодирование. У меня чаще всего такого времени нет, поэтому... Я снял очень мало видео с моей дачи, на самом деле, и вот так вот, то есть, получилась очень неприятная ситуация. Я также записал одну серию дачного цикла, я хотел показать вам всю свою дачу, рассказать о ней, что там как, что происходит, где она, но в итоге, опять же, из-за отсутствия времени, снимал я на свой мобильный телефон, я заснял только одну серию дачного цикла. Я, честно говоря, не знаю, выкладывать ли ее или нет, потому что в конце этого видеоролика я обещаю, что я наснимаю еще кучу роликов, еще кучу дачных циклов, но, еще раз говорю, ничего этого на самом деле не будет. Я ничего не снял, кроме этой одной серии. Пожалуйста, прошу вас отписаться в комментариях, выкладывать мне ее или нет, потому что я не знаю, на самом деле. Видеоролик получился так себе, ну, был там один смешной момент, правда, ну, в общем, неважно. Если хотите, то есть там я действительно показываю свою дачу, там по участку хожу, рассказываю, где она,
И если хотите, я ее выложу. Но это только на ваше усмотрение остается. Отпишитесь под видеороликом, допустим. Да, выкладываю дачный цикл. Или что-нибудь в этом роде. Так, о чем еще, в принципе, можно сказать? А, совсем забыл. Знаменательное событие. 200 подписчиков. Я вас благодарю, друзья. Я, честно говоря, не ожидал такого успеха. Я уходил, когда в отпуск, в начале лета. По-моему, у меня было около 170 подписчиков с лишним. В итоге получается, что минимум 30 человек подписались на мой канал за это лето. Я, честно говоря, вот думал, что я вернусь, открою свой канал, и там будет, знаете, вот как во всяких фильмах, когда затишье и кузнечик стрекочет. То есть вот так вот, думал, что вообще все разбежались. Нет, оказывается, нет. Много выросло комментариев, я их перечитывал около часа. Много подписчиков, опять же, за несколько месяцев. Это, на самом деле, очень знаменательное событие для меня. Большое вам спасибо. Это уже, можно сказать, второй мой юбилей по сотне. Да. И, опять же, большое вам спасибо. Что ж, по поводу Фрапса. У меня продолжает лагать Фрапс со звуком, отстающим от видео, но почему-то внезапно он начал становиться, отставание это становилось меньше. Такое ощущение, будто у меня какой-то сезонный Фрапс или что-нибудь в этом роде. Я уже его не понимаю. Я пытался перейти на программу V-Game. Это еще одна программа для записи видео и звука. Там я уже пытался раньше ее снимать. У меня были опыты еще до того, как я создал мой канал. Задолго до того, даже когда я создал мой канал, я пытался снимать V-Game. Я почему-то начал его устанавливать. В итоге у меня ничего не получилось. Там какая-то ошибка. И на официальном сайте даже его не скачать. Вот такая вот беда. Поэтому я продолжу снимать Фрапсом. Я планирую в ближайшее время заменять кодеки. Поэтому, вот опять же, я говорю, в ближайшее время, возможно, видео не будет. Ну, вот, кроме Supreme Commander, который я уже точно буду снимать, возможно, в ближайшее время видео не будет. Так как я буду менять кодеки, это, ну, как их описать так полегче. Ну, такие штуки, которые, в общем, определяют значение кодовое каждого видео или звука. Каждое же видео и звук имеет свой код, и кодеки определяют этот звук. Номер. И я планирую их поменять, потому что я узнал, что есть совместимые кодеки, есть несовместимые. Поэтому я планирую их заменить в итоге. Постараться поставить совместимые. Может быть, у меня из-за этого пропадет отставание звука от видео во Фрапсе. Что ж, а пока я думаю, можно уже перестать вас грузить. В принципе, основная тема этого видео — возвращение, то, что я вернулся. И поэтому сейчас я опускаю ряд, ну, такую смешную нарезку из нашего, можно сказать, раунда «Люди против зомби» в Left 4 Dead 2. Наслаждайтесь. Умри! О, катана! Самурай! Watch you! Самурай! Амикадзе! Все выше и выше и выше! Я веселый таракан, я бегу, я горю. Эй, что ты меня бьешь? Лучи. Мати его! А, бита его херач! Я убью его битой, где он? Где этот мелкий? Горностай. Идите с меня! Чипсы! Хочу жрать, я толстый тренер. Уйди, прикон. Давай, толстый. Ах ты, косой скотина! Сейчас я к тебе приду в гости, сука! А я такой толстенный, как озер в океане. Канистра! Что за дегенерат? Я на распятие! Я стреляю в дверь. По дистанчику! Надо мочить его! Да прикол! Это 5 баллов! 5 баллов! Ну спасите меня кто-нибудь, ё-моё! А вот и хрен тебя специально... Не дайте их им его спасти, ни в коем случае! Ха-х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 а-
нет, нет, нет.